Скандально известный Алексей Панин считает себя идеальным отцом. Однако, по мнению многих, мужчина чаще подает дочери плохой пример. Так, артист не раз участвовал в эротических фотосессиях и скандальных видео, которые стали публичным достоянием. Сегодня актер в очередной раз удивил поклонников, опубликовав в личном блоге фотографию наследницы. В кадре Ани стоит у машины с сигаретой в руке. Комментарии по поводу сигареты оставляйте под предыдущим постом, лаконично написал он. Как оказалось, на провокационное фото Панина воодушевила историческая личность, император Николай II, который не пресекал пагубную привычку у наследников. Царствуй на страх врагам. Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке. Всем добра, отметил артист. Подписчики Алексея не поддержали. Тогда о вреде курения мало что знали. Но девочка с сигаретой – ужасное зрелище. Подчеркнули некоторые из них. Напомним, не так давно Анна переехала жить к отцу. Теперь актер изъявил желание лишить мать девочки, Юлию Юденцееву, родительских прав. «Моя дочка потеряла мать. Нюся окончательно отказалась общаться с ней, потому что та не захотела выпустить ее на профилактическое лечение за границу», – сетует артист и уверяет, что Юлия не принимает участие в жизни Ани. «Дочь Алексея Панина, мама делает все, чтобы я не тянулась к ней. Юденцева должна была навестить Нюсю 15 апреля», – рассказывал Алексей. «С утра мне позвонили судебные приставы и подтвердили, что все в силе, Юля приедет на встречу к дочери. Через несколько часов она сообщила, что заболела и никуда не поедет». Что тут комментировать? Раньше Юля орала, что ее не пускают к дочери. Теперь она может это сделать в любой момент, но все равно не приезжает. Мне трудно это понять. Любой другой человек, как Моресьев с обмороженными ногами, пополз бы из Петербурга в Москву.